вы спросите, а зачем вам нужен вот этот первый полутон в гамме? Дело в том, что так удобно будет вам в любой тональности найти вот этот вот диагональный переход. Например, в фа-мажоре вот первый полутон, вот этот вот фа, там два полутона. И с обоих можно играть диагональный переход. Вот он. Соответственно, отсюда начинаем. А если бы у вас был соль мажор, вот соль мажорная гамма, вот у вас первый полутон, и вы с этой аппликатурой та же самая, и так далее. Понимаете, да? Надеюсь, я понятно объяснил, не запутал вас.